Всем привет, ребят, с вами я, Вольплей, и сейчас я вам покажу баги в игре ShopKeep. Да, ребят, вот это уже первый баг, когда твоя дверь танцор диско. А? Вот кто так может, а? Это не кто, только моя дверь. Ну, вот еще первый баг, ну, точнее, второй баг. Ну, игра, это, насколько я знаю, в разработке. Но она уже популярна и прикольна. Пожалуйста, потому что здесь нельзя прыгать. Видите надписи? Сейчас звуки погромче. Вот она, точно. Нажимаем 3. Вот у нас полочки вот такие вот. И это у нас как бы мы играем с вами за продавца, ребят. Да, как бы странно это не звучало, но я продавец, я забыл, так что здесь их можно ставить бесконечно. В общем, пойдемте заказывать. А как заказывать? А как заказывать? Ребята. О, другое дело. Хоть что-то мой персонаж знает. О, понял. В общем, давайте закупим 3 этих. 3 зелька. Открываем магазин, пошаримся по мусорку. Но. Садись, стой. Ну, я неправильно перевел. Короче, лазим по мусорку. Опа. А я не знал, ребят. Взломчик вонючий. Хакер. Ну, ребята, лагает меня. Видимо, что-то у меня купили. Давайте поставим себе зеленки. Мы так поставили. Ой, я забыл наценку поставить. Как поставить наценку? Это надо. Странный продавец. Ну, понимаешь, ничего не знаю. Ребят, я сейчас тупо тыкаю по всем кнопкам. Давайте на вот включим. Ну, я понял, да. Не надо мне объяснять. Давайте посмотрим туториал. Вот, прайс. Плюс энд минус. Там даже по-русски было написано. Плюс энд минус. Вот вам плюс энд минус.
Вон, видите, мне спуск. Давайте-ка я... А что это? Кубинский звон. Где тут плюс? Минус. Плюс. Ну ладно, минус. Плюс. Хотя бы 120 на ценочка будет. Ох, ребята, какая очередь готова. Так, типа я все прочитал. А, варвары. Ребят, ну как-то я вот даже не... Ну чё? Народ. Ладно, пойду барыжить. Вот он, ценочка больше. 140. Смотрите на меня. Интересно, как тут понятно. Боже мой, чеки. Ну, ребят, хотя бы 5 рублей выручил. Еще пятерочка будет. 10. 10. Он со мной говорит. Мой плей. Что тебе нужно? Нет. Что это? Побары я немного теперь ставлю. Двое поставлю, одну пойдет в пробороде. Ну чё? Прыжки для шутников. Давайте еще дверь поколбасим. Опа! Чирик. Это как понимать? Стойте, ребята. Все. Давайте посмотрим, какой красивый. А бегать я вообще умею. Вы что раскидываете-то? Думаю, моя наценка не нравится. Сделай поменьше. Сто двадцать. Пойдет. По 12 голды. Продаю за 12 голды. Пойду снова.
Покажись. Еще один. А пролезть-то я не могу. Давайте еще поищем. Пока на место. Здесь эта хренка не просвечивает. Короче, нельзя ее просмотреть. Нифига нету. Бесполезная монстрка. У них уже бандит. Блин. Какой-то. Сейчас выбираю. Вот и все. Давайте, ребят, ищем мусор. Вы серьезно? 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 Окей. Окей. Ну кто-нибудь купит, да? Почему не могу? Все, вы меня бесите. Берем так. Деньги здесь. Вот говнюки. Сейчас ты погрузила. О, слушайте, да. Куда мои деньги деваются, а? Я просто не понимаю. А. Пипец. Что это? Что там делаю? Лучше по мне это не надо пить. Ну и где? А что ты не заказал? Ой. Здесь. Да. Давайте берем. А вот так быстро проходит. Слушай, там же купить. Сейчас взорвется. Вот пять уже. Еще пять штук давать. Все будет окей. Откуда у него руки растут-то, а? Смотрите.
Мне вот как-то это тоже стало интересно вот сейчас. Вот давайте эту дверь сломаем. Все. Капец, дверь. Куда они делись? О. Давайте даже здесь посмотрим. Здесь есть прозрачная текстурка. Даже... Вот именно на экране. Ой. Что, блин? Помогите ей. Да, ребят, пробуем. Еще одну зельку продать. Я получу уже 50. Хотя вот это вот не имело смысла, то что я его стал вот это вот поднести. А мне интересно, во что они сломались-то? Давайте двери починим. Давайте, давайте. Двери точно капец. Я вам честно говорю, я его когда не сломаю. А вот эти здесь какие? Ух, ребят. Короче, купил, ой, продал я. Давайте полазим, помните там. Могу теперь я купить. Давайте посмотрим, он сейчас. Да. Опа, хил поушен у мага. Ждем, 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 ждем. 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 Думаю, сейчас я вот продам. И думаю, пока что. Сколько я уже снимаю, сейчас. 17 минут назад. Ну да, сейчас я вот продам это все. Ну, поставлю продаваться. И закончу серию, ребят. Как наберется 3 лайка, я сделаю новую серию по шопкипер. Замечательную игру. Ну, ребят, ждем. Кстати, давайте попробуем скилл прокачать. Обсервант какого-нибудь. Лич кастами. Выставлю на продажу и вот так, ребята. Давайте сейчас прочитаем скуху. Во. А, блин, буквально 3 не хватает. Ну купи. Что это сейчас было? Давайте, открываемся. Алло, гараж. Закрыто. Что здесь я не буду говорить? Он даже не пытается убежать. Упс. Ну, вот такая вот игра. Там на зрительном бассейн, я ему не доверяю. Сколько у меня? Только... Ну ладно, ребят, что ж, с вами был Вольфлей.
Всем удачи и...